Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1431. События дня. Первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, 12 глава, 28 стих. «Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями за 13 ноября 2019 года. И обращение помочь старости деревни, фермеру Барабашу Игорю Александровичу, оказать такую помощь. Кто-то может, найдется». Так, курсором останавливайте, я буду быстро продвигать. Ну что, вчерашний день. Снег выпал большой, который горизонтальное бурение проводит. Работали, пошел, кое-что снял. Никогда не видел, как долбят они асфальт. И очень большие, уже большие трубы туда загоняют, протягивают под асфальтом. Это, конечно, здорово. Ну и занимаюсь тут еще, у меня есть накормить воробьев, жуланов, которые с синицами большими называются, с кошками тут накормить, напоить. Так-то никаких событий особых нет, но все время в интернете. Могу показать, какие пришлось посмотреть фильмы, «Царь», «Кто будет». Но тут, видите, это, если бы так по-настоящему-то, тут бы цифра-то другая должна была быть. Вот как видно, нет будет, вот «Царь, кто будет?» Это песнопения такие, вот можете снять. Вот так. И вот этот я не могу, какие-то цифры, и вот этого человека не могу я найти. Он где-то в Ирландии. Попросил Новый Завет, Библии, я купил, сходил, 4 Библии православные, полные. Новый Завет, наш трехтомник, истину православию послал, и ни звука нету. То есть он должен рассчитаться, а деньги у меня уходят тут на сирот, на вдов. И нету его, не могу найти, то ли что-то с ним случилось. А может, действительно, вот кто-то найдет вот этого человека, найдет, узнает, в чем дело. Он работает то ли шофером или кем в Ирландии. Если нужен адрес его, кто-то в Ирландии где-то, я вам адрес его скину. Ну, вот так. Найти его. Да можно было бы сейчас даже сразу. Вот это я отпустил. Сейчас я покажу адреса. И вот его, где он есть. Сейчас я продерну.
Сейчас маленько, совсем немножко только, и сразу мы его найдем. Тогда, может быть, по адресу кто-то, я даже не думал сразу показать, но это другие, кому отправлял, в Америку, везде все рассчитались, все. Чтобы не рассчитался, только один человек. И я его не подозревал, вот из Канады, видно, что вот кто-то получил 6-го, 7-го, там, получил, 4 Библии, Новый Завет, вот оно где. Вот я сейчас могу увеличить, чтобы было видно. Я не знаю, чтобы... Может, кто-то найдется, кто-то там напишет ему или как. Вот, смотрите. Вот это вот. 28, Шеридан Парк, Корк, Ирландия. Мэя... Это, наверное, телефон его такой. Хотя нет, это не телефон. Это 3, 6, 9, 15 букв. Отследить отправление, вот он где есть. И вот найти его надо. Он грузин. Грузин. Шеридан Парк это. А Майя Тлашадзе. Тлашадзе. Видите, какое тут грузинская фамилия. Найти его, узнать, в чем дело. Ну, чтобы он на меня вышел. Вышел. Я рассчитывал, что он рассчитается за это, и у меня будет чем тут куда-то помочь. За расчет, который идет, это мои книги, я покупал, но этим я не пользуюсь нигде. Ну, просто, ну, мне это принадлежит. Я ходил в патриархийный магазин, отобрал 4 Библии, все с неканоническими книгами, по благословению патриарха Алексия 2 и патриарха Кирилла 2 Библии. И вот нету, так очень много стоит туда отправлять, очень дорого. А у меня пенсия 8141 рубль 33 копейки. И вот я, ну, говорю это, я ни в чем никого не обвиняю. Вот здесь номер, по которому они дошли, он получил, все надо. Но я уезжал, и я сам сказал, не высылайте мне денег, я только 10 октября вернусь. Тогда тут, ну, в городе же получают-то. По Western Union-то вернулся, его проверил среди друзей, нету, как будто кто-то стер его. Но адрес у меня остался, вот она, 26, Шеридан Парк, Корк, Ирландия, Майя Тлашадзе. Вот так. Вот это как по событиям, можно сказать. Ну ладно, не это дело. Может быть, и действительно кто-то посмотрит и... может найти помочь, может, что случилось. И вот здесь, какие у нас ресурсы. Это настоящее здесь вот. Я показываю. Вот мой мир. Видите, как он выглядит? Я в шапке. Мой мир. Тут у меня 24 431 фото. Это вообразить мне невозможно. Это все наше. Ну, другое, что у нас есть, это вот православный форум Игнатия Лапкина. И третье, это наш православный видеоканал «Открытым оком». И четвертое, это «Во свете Библии», православный библейский сайт. Тоже могут найти. Ну, на этом сегодня все.